Друзья, сегодня давайте посмотрим вместе, какие появились новинки у наших поставщиков. И посмотрите, какой роскошный. Какой роскошный. Однозначно антикварный, тяжеловатый. 19 век, это 100%. Без клейма, но с номером. Ну, разве не красота? Посмотрите, как сделаны ручки. Вау-вау. А, и есть еще блюдце, видите? Вещь, конечно, потрясающая. Кобальт. Я все смотрю на этот чайник, но помните, который вот пришел у нас в Селесе, расколотый, вот все части практически, осталась только половина. Он подходит, но он без клейма, и он очень тяжелый, и поэтому не знаю, что делать, хотя подходит. Продается вместе с чашками, а чашки, к сожалению, нам не нужны, потому что они абсолютно не подходят туда. Такая вот красота, лепота. В прошлый раз я поговорила и забыла, не взяла вот это панно. Такая я молодец вообще просто. Мысли тысячу в голове, и хочется все, конечно, сказать, не забыть, а в результате получается, что забываешь, уехал без этого. Ну, я думаю, что сегодня я ее заберу. И вот, пожалуйста, тоже очень красивый сервиз. А здесь прям все молочники и сливочники собрались. Тоже интересные ручки. Ой, это, кстати, розенталь. Обратите внимание на ручки. Немного кобальт, вот такая большая тарелка, прям с птицей. Великолепная тоже, прямо красотка. Ну, а вот это вот у нас ТПЕ. 1830-50-е годы. Это ТПЕ. Это тоже. Не помню, какое, но что это. Но вещь очень красивая. Обратите внимание, как красиво сделаны ручки. Ну, стоит только серийный номер. Опа. Здесь стоят такие тарелочки. По-моему, я их уже вам показывала. Здесь вот такие для специй. Очень тоже интересные штуки. Да, покажу вам сейчас, это что такое у нее. Это зонтик. Расцветку увидела, подумала, что, возможно, Бёрбери. Это, знаете, и зонтик, и вот такая вот палочка. Прям придумали хорошо. Вот такой у нее чемоданчик есть для шляпы. Дальше. Вот такой великолепный сервиз. Обратите внимание. И это у нас Нюмфенбург. Довольно-таки дорогая мануфактура. Полностью 100% ручная работа. Очень красивые тарелки. Очень красивые, но без клейма, но великолепные. Грозди сирени. Видите, какая вот с крышкой блюдо глубокое для второго блюда. Терина, вау. Великолепно, просто глаз радует сегодня. Какие-то там трубки курительные.
Дальше. Здесь книжки, как всегда, у нее. Так, давайте здесь посмотрим. Здесь у нее сахарница. Наверное, ничего здесь не поменялось с этой стороны. Вот здесь только добавились какие-то украшения. Цепь, ниточка имитации жемчуга. Такие вот чайнички. Так, здесь вот чашечки. И вот я смотрю, по-моему, вот Чинройтер, но, по-моему, блюдца, чашечки нету. Скорее всего, это все разбито. Великолепное просто. Просто великолепное. Так, дальше. В прошлый раз меня заинтересовало вот эта вот чашка. Мне показалось, что это розенталь, но сейчас еще прям думала, приеду, посмотрю специально. Но не розенталь. Наверное, немножко прям темновато для вас. Очень красиво. Посмотрите, как нарисована роза. Цвет слоновой кости, хотя камера придает, как будто она белоснежная. И вот такие вазочки. Это что у нас? Это Линднер. Ручная роспись. Великолепная. Пока ее отставлю. Спрошу, сколько она стоит. Если уже у меня останутся денежки, мы ее купим. Вот такая вот красивая еще, посмотрите. Прям такая алька. Так, дальше. Бисквитный фарфор. Очень красивая форма. Прям великолепная. Так. Вот здесь не знаю. По-моему, тоже ничего не поменялось. Вот такие игрушечки есть, колокольчики. Вот это что у нас? Баночка какая-то. Интересно, тоже это керамика. Так, это кайзер на ножках. Так. Вот эти мне стопочки очень нравятся. Прям такие красивые. Нет слов. Такой ярко-ярко, на самом деле, красный цвет. Сюда перейдем. Таблетницы, шкатулки. Ну, на этой полке ничего не изменилось, поэтому, наверное, не стоит останавливаться. Вот это что у нас? Так. Такая же черепашка, как у меня, которую нам прислали в подарок. Дальше. Здесь вот у меня что-то такое, вот, знаете, винтажное мыло лежит. Всевозможные тарелочки. Из стекла игрушки, какой-то ножик. Так, ну где еще повертеться? Вот, интересное тоже, но это уже такая, наверное, нулевые годы, 2000-е. Вот это тоже привлекло мое внимание.
Кстати, 30-е годы чашечки. Ну, вот и, пожалуй, все. А вот еще вот эта полочка у нее есть. Я вам ее никогда не показывала. Это делфский фарфор. Голландия у нас. Так. Здесь у нас такие флаконы. И вот. Ну все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Всем мира и добра. И пока-пока.